Здравствуйте, уважаемые зрители! Хотим представить вашему вниманию информацию про Уфимское училище искусств, а именно про отделение теории музыки. У нас можно обучаться на базе 9 или 11 классов. Если ты творческая личность и любишь музыку, то тебе к нам! Ежегодно на нашем отделении выпускается немало специалистов с квалификацией преподаватель музыкально-теоретических дисциплин и организатор музыкально-просветительской деятельности. Профессия музыковеда очень интересная и востребованная. Это 100% трудоустройство после окончания музыкального училища. Наших выпускников можно увидеть на сцене в филармонии, на телевидении. Кроме того, ты можешь работать преподавателем в ДШИ и ДМШ, руководить разнообразными творческими объединениями в домах творчества и ДК, организовывать культурно-просветительскую деятельность. Музыковеда в этой жизни масса возможностей, но я когда-то выбрала для себя музыкальную программу. Я могу просто на цифрах доказать, чем меня это привлекает. Во-первых, я люблю масштаб. Поскольку я люблю музыку, значит, мне это нужно транслировать как можно большему количеству людей. И я понимаю, что если как педагог я могу реализовать свои музыкальные стремления всего для нескольких десятков человек за свою жизнь, то здесь у меня каждый день сотни, тысячи людей проходят через мое восприятие музыки. И для меня это кажется очень важным, потому что я совершенно уверена, чем больше музыки человек впускает в свою жизнь, тем его жизнь богаче и ярче. А это как раз то, что мне нужно. Чем вас привлекла профессия журналиста? Профессия журналиста привлекла меня именно в годы обучения в училище искусств. У нас был такой курс «Музыкальная критика», которую вела Галеева Галера Исина. И весь наш курс, в то время как в училище проходили крупные мероприятия, работал на них и освещал эти события. Мы писали на училищенский стенд. На этот стенд каждый день прикрепляли свои рецензии, интервью, анонсы. Нам повезло, что в годы нашего обучения в Уфе проходило такое яркое культурное событие – международный конкурс вокалистов имени Михаила Глинки. Именно в тот момент, когда мы работали для стенда училища, это были такие еще ученические материалы, меня увидели на нашем местном телевидении и пригласили работать в музыкальную редакцию. В то время, когда я училась в училище, я еще не смогла, я только делала туда отдельные сюжеты, но когда я завершила свое обучение в Институте искусств, у меня в голове сидело, что меня приглашают на телевидение, очень хотелось тогда работать, и я пришла в музыкальную редакцию и начала там работать. И очень интересная оказалась работа именно культурного музыкального журналиста. Именно вот кто учится в училище искусств на отделении теории музыки, становится потом музыковедом, вот эти люди могут продолжать свою работу как журналист в области культуры. Учащиеся колледжа проходят все виды учебной практики. Кстати, мы можем говорить о музыке даже самым маленьким детям. Вы сейчас это увидите. Идемте с нами в органный зал. Если вы из другого города, мы можем предоставить вам комфортабельное общежитие в шаговой доступности. По завершении обучения ребята поступают в высшие учебные заведения, где продолжают совершенствовать свои знания. Мы ждем именно тебя!